Ипотечный кризис. Мировой финансовый кризис. Кризис все-таки пройдет. Кризис мирового. Мощнейшего кризиса. Я боюсь не кризиса. Финансовый кризис. Брак относительно была политика. Кто виноват? Кризис нет. Здравствуйте, в эфире новости. По данным Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя, продажа спиртного в России в последние годы составляет около 280-300 миллионов литров в год. Более четверти всех проданных в России алкогольных напитков фальсифицированы. Предприниматели пытаются заработать деньги способом, который наносит вред не только здоровью граждан, но и государству. По сути, акцизная марка не только способ сбора налога, но и способ контроля алкогольной продукции. Покупая бутылку с акцизом, потребитель может быть уверен, что ее содержимое изготовлено на заводе по соответствующей технологии. Подобный контроль ведется с помощью специально созданной системы, которая ведет учет спиртосодержащей продукции. Но недобросовестный предприниматель находит способы обхода системы, например, путем переклейки старых акцизов или акцизов иной продукции, что преследуется по закону. Отчет непосредственно к новостям. В Тульской области в конце ноября полиция закрыла сразу 2 подпольных алкогольных цеха. Изъято 68 тысяч литров спирта и десятки тысяч бутылок вина, водки и рома. В Иркутской области на складе нашли 25 контейнеров с поддельной водкой, коньяком и настойками. Всего около 300 тонн литров алкоголя. Один из последних обнаружен. Добрый день, недобросовестный налогоплательщик. А ты знаком с понятием акцизы? Подожди, куда же ты уходишь? Мы еще не закончили. А ты знаешь, то, что в случае нарушения налогового законодательства ты можешь понести ответственность вплоть до уголовной? Под акцизом понимают косвенный вид государственного налога, который распространяется на продукцию массового потребления. К ним мы можем отнести алкоголь. Это внутренний налог в рамках государства. Акцизы включаются в стоимость продукции или услуг, а значит оплата производится и покупателем. Плательщиками акцизного налога считаются организации, индивидуальные предприниматели, а также лица, которые являются плательщиками ввиду перемещения продукции или товаров через таможню Российской Федерации. В соответствии с законодательством, налоговая база – это стоимостная, физическая и иная характеристика для цели налогообложения. Периодом является календарный месяц. Налоговая ставка – это исчисление на единицу налоговой базы. Она содержится в статье 193 Налогового кодекса. Акцизные марки – это вид фискальных марок для оплаты акцизного сбора на некоторые виды товаров. Применение акцизных марок позволяет государству своевременно обнаружить товары, не оплаченные акцизным сбором, а покупателю гарантирует качество и количество покупаемого товара. Кем же я стал? На человека едва ли похож. Только гоню бодягу эту и сам же травлюсь ей. Налоги обхожу стороной. Сколько раз было, чуть не попался властям. А помню, каким же я был раньше. Нажрался, скотина! Своё пойло делает, сам и пьёт его. Отпусти! Давай, иди отпусти. Уже! Отпусти! Иди! Отпусти! Нет, ещё раньше. Высшее юридическое образование. Столько возможностей. Но в кого превратился я? Так жить нельзя. Нужно начать жизнь с чистого листа. Если хочешь изменить что-то, то в первую очередь надо начать с себя.
Вредные привычки делают вас добросовестным налогоплательщиком. Но это невыгодно как для кошелька, так и для вашего здоровья.